Жили-были цифры. Вместе со стрелочками они работали, не покладая рук. Следили за ходом времени. Но вот однажды налетел сильный ветер, ураган, и сдул все цифры с часов. Цифры разлетелись в разные стороны. И время остановилось. Все вокруг замерло. Цифру один ветер унес прямо в море. Помоги ей выбраться. Поймала. Бросай спасательный круг. Крути ручку, чтобы вытянуть цифру один на берег. Молодец. Цифра испачкалась. Помой цифру один. Сначала мылом. Смой мыло водой. Вытри цифру полотенцем. Так держать. Цифра помялась. Разгладь цифру один. Здорово! Поставь цифру один на ее место. Спасибо! Цифру два словила птица и отнесла в гнездо своим птенцам. Собери лестницу, чтобы цифра 2 смогла спуститься на землю. Собирай лестницу из деталей. Сделано! Цифра испачкалась. Помой цифру 2. Сначала мылом. Смой мыло водой. Вытри цифру полотенцем. Красиво! Цифра помялась. Разгладь цифру 2. Готово! Поставь цифру 2 на ее место. Спасибо за помощь! Цифра 3 попала на облако. Нажимай на облачко так, чтобы выжать из него дождик, и цифра смогла перебежать в рюкзак. Сделано! Цифра испачкалась. Помой цифру 3. Сначала намыль цифру. Смой мыло водой. Вытри цифру полотенцем. Готово! Цифра помялась. Разгладь цифру 3. Красиво! Поставь цифру 3 на ее место. Спасибо! Цифра 4 попала на полянку. Устала и уснула. Найди и разбуди ее. Готово! Цифра испачкалась. Помой цифру 4. Сначала мылом. Смой мыло водой. Вытри цифру полотенцем. Красиво! Цифра помялась. Разгладь цифру 4. У тебя отлично получается! Поставь цифру 4 на ее место. Здорово! Цифра 5 плюхнулась в воду и плавает с рыбками. Нажми на крючок, чтобы он опустился и словил цифру или рыбку.
цифру, чтобы вытащить ее. Молодец! Цифра испачкалась. Помой цифру 5. Сначала мылом. Смой мыло водой. Вытри цифру полотенцем. Красиво! Цифра помялась. Разгладь цифру 5. Сделано! Поставь цифру 5 на ее место. Спасибо за помощь! Цифру 6 занесло на горную снежную вершину. Где же она? В сугробе! Давай откопаем ее. Тяни лопату на сугроб. Цифра 6 очень замерзла. Одень ее в сухую одежду. Напои и накорми ее. Готово! Цифра испачкалась. Помой цифру 6. Сначала намыль цифру. Смой мыло водой. Вытри цифру полотенцем. Хорошо! Цифра помялась. Разгладь цифру 6. Сделано! Поставь цифру 6 на ее место. Ты наш спаситель! Цифра 7 попала в избушку к доброй колдунье. К сожалению, ее нет дома, а дверь заперта. Помоги цифре выбраться. Подбери ключи к каждому замку. Цифра испачкалась. Помой цифру 7. Сначала мылом. Смой мыло водой. Вытри цифру полотенцем. Вот так. Цифра помялась. Разгладь цифру 7. Красиво! Поставь цифру 7 на ее место. Ты наш спаситель! Цифра 8 попала на дымящийся вулкан. Ей жарко. Помоги ей пройти по мостику. Мостик старый. Некоторые плитки сломались. Нажимай на плитки. Найди безопасный путь. Готово! Цифра испачкалась. Помой цифру 8. Сначала намыль цифру. Смой мыло водой. Вытри цифру полотенцем. Молодец! Цифра помялась. Разгладь цифру 8. Так держать. Поставь цифру 8 на ее место. Спасибо за помощь. Цифра 9 попала в берлогу к голодному мишке. Накорми его земляникой. Может быть, он уснет, перетаскивая ягодки медведю в рот. А вот и ключ!
Открой им замок и выпусти цифру 9. Перетащи ключ на замок и клетка открой. Цифра испачкалась. Помой цифру 9. Сначала мылом. Смой мыло водой. Вытри цифру полотенцем. Готово! Цифра помялась. Разгладь цифру 9. Так держать. Поставь цифру 9 на ее место. Спасибо! Цифра 0 долетела до самого солнца. Помоги ей добраться на Землю на ракете. Давай заправим ракету прямо от солнца. Нажимай на кнопку. Ура! Цифра 0 благополучно вернулась на Землю. Цифра испачкалась. Помой цифру 0. Сначала намыль цифру. Смой мыло водой. Вытри цифру полотенцем. Готово! Цифра помялась. Разгладь цифру 0. Вот так! Поставь цифру 0 на ее место. Спасибо! Ура! Все цифры снова на месте! Послушай, почему часы не тикают? Может быть, их нужно завести? Покрути стрелочки. Ура! Заработало! Время пошло дальше! Мы запустили часы, и все вокруг ожило. Ура!